Берем 4 белка, взбиваем. Тем временем закипает вода, ставим на водяную баню, всыпаем 1 стакан сахара, 1/4 ложку лимонной кислоты и ванилина. Все вместе. Я уже в стакан положила лимонной кислоты и ванилина. И взбиваем. В водяной бане минут 10. 9 минут, он такой уже густой. Но еще надо взбивать. Пока он не начнет отделяться от стенки, и миксер будет очень тяжело взбивать. Взбиваем, да. Я взбивала 12 минут. Видите, он такой просвет, дно начинает видеть. К миксеру очень сильно прилипает. Очень, ну, крепкая пена получилась. То снимаем с огня, с водяной бани. Еще взбиваем 3-5 минут. Сняли с огня и взбиваем 3-5 минут. Видите, какой классный. Ну, что он сказал?